веточку и двоечку. Вот. Вот сейчас вам такое будет упражнение. Есть хорошие книжки, на которые можно долго и много тренироваться. Это называется «Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль». Там очень много цифр на каждой странице, и на ней очень хорошо можно тренироваться. Давайте попробуем. Сейчас я поменяю листочек, и мы вместе с вами будем рисовать. Володя, давайте, я вам буду рисовать, а вы будете запоминать. Вот. Гаргантюа отец послал в Париж. Он поехал, путь был длинный, и вечер его застал в аббатстве. На ужин было подано. Первое, 16 жареных быков. Значит, мы быков должны превратить в цифру 16. Вот целого быка, конечно, тоже не нарисую, я не художник, но можно представить вот костер, шампур и ножка от быка. Вот будет 1 и 6. Дальше, они съели 220 куропаток. Ну, тут легче, потому что птица сама себе на двоечку получишь. Можно двоечку, а нолик, можно блюдо такое, на блюде их подали. 2, 2 и 0. Вот. Они съели 300 молочных поросят. Ну, у поросенка есть хвостик, можно, видите, даже не умея рисовать, какие, можно все равно запоминать. 3, нолик, нолик. Ну, тут можно ушки еще. Следующее. 6000 цыплят они съели. Ну, можно нарисовать цыпленок, вылупился из яйца. Шестерочка и 3 нуля. 3 яйца. 95 баранов они скушали. Вот можно в рогах найти. Вот будет такая пятерочка и девяточка. 3 телки скушали. Ну, здесь можно морды найти. Вот троечка. 1400 зайцев скушали. Здесь посложнее, но у зайца длинные уши, можно единичку. Ноги. Четверка будет. И 2 нуля можно щеки у зайца. Получается 1, 4, 0, 0. Итак, мы запомнили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чисел.